Эрдоган выступил с яркой речью на митинге в Стамбуле и прямыми угрозами в адрес Израиля. Еще 100 лет назад Палестина для нас была то же самое, что Адана. Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять. Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант, ты группировка, а не государство. Запад, вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда, знаете, на Ближнем Востоке мы сделаем так же, как и Карабахе. Мы можем нагрянуть однажды ночью. Güzel bir adım attı. Ve inşallah İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Bunu her vesileyle ifade ettik.